Значит, драгоценные мои, приношу извинения, уже идет съемка. Да. Я сегодня впервые заехал в магазин, который видел на фото и на видео. И я поражен. Это фундаментально эстетически мощное сооружение. Мало того, теперь наконец есть где перекусить, нормально сесть не за прилавком, а посидеть, поесть и насладиться жизнью. Вот обратите внимание, как у нас сервированный стол. Это легкая закуска. Мы взяли пирожки вкуснейшие, сгущенку обалденную. Покажите крупно, какая густая сгущенка. Это сказка, а не сгущенка. Причем нашли необычным способом, как делать сгущенку за счет формы кастрюли. И стала получаться другая сгущенка, которая сам молоко, все никак не получалось. Форму кастрюли изменили, и получается обалденная сгущенка. Тортики необычайно сытные, хлеб, конечно, в сгущенке, мед. Ну и сыр. А сыр к чему? Сыр, конечно, к секере. Такой коньяк был в древности. И я вот с приятелями зашел и счастлив, что они сейчас тоже отведают секеры. И насладятся прежде всего запахом секеры, а затем уже и вкусом секеры. А потом и последствиями, то есть приятнейшим опьянением, которое проходит очень быстро и не оставляет никаких последствий. Потому что это крепкий безалкогольный напиток. Здесь нет спирта этилового. Здесь нет того, чего люди дуреют и спиваются. Это полезнейший напиток, и от которого не может быть зависимости. Ну, по крайней мере, у меня нет. Проверим? Да, давайте проверим. Таким количеством не проверишь. Да. Рекламировалось два продукта. Сыра, сразу да, сыр. Как же без сыра-то? Че, продукт да, переводим? Нарезаем сыр. Это чеддер, который сделал Михей Стерлигов, мой сын в нашей сыроварне, который выдержан в нашем погребе. Но он пока негодовал, ему полгода. Так что, когда ему исполнится год, это будет еще круче. И трудно себе представить его вкус тогда. Но уже сейчас, я уже его пробовал, это вкуснейший сыр. И особенно вкусен он под секеру. Ну что, давайте выпьем за то, что теперь в Москве есть, где можно вообще цивильно сесть перекусить натуральных продуктов. И лично я счастлив и горд, потому что это делали мои дети. Я в этом не принимал участия, я болел тогда. И они сделали, конечно, так, как мне не удалось сделать никогда ни одного магазинчика. Ну, и будем. Будьте здоровы. И вам здоровья. Понюхайте, не торопитесь. Чувствуете, да, какой нежный аромат? Вот такой коньяк был в древности, до того, как проклятые ученые придумали всякие технологии. Как его правильно пить? Полностью залпом или по чуть-чуть? Наверное, глоток, по чуть-чуть. Ну что ж, не будем дразнить наших зрителей тем, что мы едим там у них на глазах. Спасибо вам за съемку. Вы не сказали про чай, про пирожки. Ой, я тут столько всего не сказал. Это надо приходить сюда, смотреть, пробовать, кушать. Я вообще отсюда вылазить теперь не буду. Я теперь здесь жить буду, когда я в Москве буду. Да. Теперь, если кому надо меня застать, вы можете застать меня здесь. Я теперь понял вообще, что мне надо. И где мне надо находиться, когда я в Москве. Теперь есть такая точка. Все. Всего вам доброго. До встречи в нашем магазинчике.